В гримерке перед началом дефиле последние штрихи перед выходом на подиум. Образы для моделей, одежду, макияж и прически подбирали и делали профессиональные дизайнеры и стилисты. Этих модных и стильных людей не назовешь пенсионерами, не иначе, как люди элегантного возраста. Они на своем примере доказывают, вне зависимости от цифр в паспорте, нужно идти в ногу со временем. У Валентины Куличихиной в ее 81 это отлично получается. Я, насколько себя вот помню, с юношеских лет я все же придерживаюсь моды. Хоть, может быть, и небольшими шагами, но маленькими шажками всегда шла в моду. Всегда за собой ухаживала. В модном показе приняли участие не только женщины. Василий Мельников в свои 62 тщательно следит за фигурой и внешним видом. Говорит, физкультура помогает продлить молодость. Он чемпион мира по гиревому спорту. Я, будем говорить, по жизни оптимист. Спорт этому способствовал. И, безусловно, уверенность у меня как бы не занимать. Поэтому я думаю, если я еще и внешник приобрел какой-то вот лоск, ну такой, думаю, это приятно и окружающим в том числе. Сочинцы серебряного и золотого возраста примерили на себя модные образы в рамках нового городского проекта «Стиляги 2.0». Это одно из направлений работы Сочинского народного университета, слушатели которого – люди старшего поколения. На занятиях и лекциях они учатся жить интересно и активно. В рамках проекта «Стиляги» они прошли курсы по истории моды, дизайну и стилю. Занятия проходят уже несколько месяцев. Ведут профессиональные стилисты, танцоры, визажисты. Мы еще раз докажем всем, что наш возраст – это не возраст дожития, а возраст счастья. Такая фэшн-перезагрузка для сочинцев – это отличный шанс не только продлить молодость, но и укрепить самооценку. В золотом возрасте приходит очень много бабулечек, женщин, которые делают маникюр, которые делают химию, и хочется им локоны. И это сейчас тенденция, да, когда натуральный цвет, красивая седина и биозавивка. То есть они прям такие вот становятся европейскими красивыми бабушками. Действительно, стилисты и фотографы по всему миру уже давно доказали, что мода едина для всех. Модели 60+, сегодня все чаще попадают на обложки журналов и выходят на подиум в одежде от самых известных кутюрье. Кстати, консультантом сочинского проекта «Стиляги» стал Игорь Гавр. Известный фотограф владеет первым в России агентством для возрастных моделей. В его объективе состоявшиеся в жизни уверенные в себе люди, без ретуши и фотошопа. Ведь, как говорит сам фотограф, красота не измеряется количеством морщин. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.